Милиция просит граждан Пакистана без необходимости не покидать квартиры и гостиничные комплексы и соблюдать эпидемиологические правила, сообщила пресс-служба УВД Ленинского района. Отмечается, что разъяснительные работы проводятся среди иностранных граждан, в том числе и пакистанцев. Ранее в соцсетях говорили о том, что в столице на улицах увеличилось число граждан Пакистана. МИД пояснил, что это граждане, которые направляются далее для работы в Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. За июль-август граждане Пакистана оформили около 7500 туристических виз. Также в министерстве объяснили, что граждане Пакистана на родине получали вакцину, что подтвердило посольство этой страны. Помимо этого, они сдавали ПЦР-тесты перед прилетом и проходили медосмотр по прибытию, добавили в МИДе.